28 ноября в 14:30 на стадионе «Саяны» торжественно откроется 15-й турнир по хоккею с мячом в памяти Геннадия Вяткина. Он традиционно открывает хоккейный сезон в столице Хакасии. В этом году участниками соревнований станут юноши 2001-2002 годов рождения. Хозяева турнира примут на своем ледовом поле юношеские команды из Красноярска, Новосибирска, Кемерово. Впервые выступит хоккейная команда из Усть-Абакана. Всего участниками турнира станут 7 команд. Игры начнутся 28 ноября в 9 утра, а завершатся 30 ноября в 16 часов церемонией награждения победителей.